знаком со мной, меня зовут Татьяна Пустакова. Я такой тут, как это называется, Аксака, да, Аксака. Я работаю в НИИ уже 53 лет. Как думаете, время такое достаточно солидное. И вот все время работы в музее, я могу сказать, что мы всегда достаточно большое внимание уделяли искусству и культуре Бурятии. Во все времена и в старом нашем значении бурятского искусства Татьяна Викторовна Сергеева. Можно сказать, одна из учениц Татьяны Викторовны и продолжатель тех тем исторических, искусствоведческих, которые занимается Татьяна Викторовна. Когда открывалась выставка, я уже говорила тоже о том, что у нас целая экспозиция, и очень гордимся этим, бурятским искусством постоянно. У нас читаются лекции по бурятам, у нас проходят периодические выставки. Вот такая большая, интересная выставка одного художника, женщины, первый раз Бурятии. Потому что у нас были, у нас был наш Шендатов, у нас было несколько современных художников, включая Бурятии, бурятских, которых тоже Костя Михайлович к нам приводил без контакта. Но женщина, художник, которая смогла вот так великолепно, проникновенно, тонко рассказать о красоте своей земли, людей этой земли, это впервые. Каждый из вас знает право. Цыганку, я дальше много.